стрелковым оружием. Ни одна спецслужба мира не имела, да и по сей день не имеет ничего подобного. Теперь, спустя многие годы, мы можем вам о нем рассказать. Автомат АПС. Автомат для подводной стрельбы. Калибр автомата 5,66 мм. Данное оружие не имеет мировых аналогов. То есть в мире нет оружия для подводной стрельбы, которое бы работало по принципу использования активного метания пули. Длинная пуля необходима для того, чтобы обеспечить устойчивость пули при движении в воде. Предназначался для охраны акватории, портов. Акватории, находящиеся под боевыми линкорами, допустим. Под водой автомат АПС применяется на глубинах до 45 метров. Дальность его действия ограничивается дальностью видения в воде. Кроме автомата, климовские конструкторы разработали четырехствольный подводный пистолет, использующий аналогичные же боеприпасы. Добавим, что над подобными проектами работали французы, немцы, американцы. Но ни один из их опытных образцов не смог даже на йоту приблизиться к нашим, не говоря уже о том, чтобы хоть в чем-то их превзойти. Поэтому, когда представляется любая возможность, будь то стрелковая выставка или простая демонстрация оружия, военные специалисты не упускают возможности попробовать его, так сказать, в деле. Как, например, эти спецназовцы из подразделения морской пехоты США. Вот это оружие неоднократно демонстрировалось на выставках, в том числе, значит, в США. И вызывало просто самые восторженные отзывы у специалистов, которые эксплуатируют вот такой вид оружия.